Альянс компаний «Восток-Запад» занимается производством и восстановлением гусеничных вездеходов-амфибий. Техника с уникальными характеристиками, востребованной в различных областях России, особенно в регионах Крайнего Севера. Цель компании – не только производство и продвижение качественной техники, но и создание мощных вездеходных баз в труднодоступных местах, в том числе в Арктическом регионе. Это прекрасная и более бюджетная альтернатива малой авиации. С 2018 года совместно с экспертами Русского географического общества, учеными и исследователями организуются вездеходные экспедиции в труднодоступные и депрессивные районы с целью привлечения внимания к малоисследованным и заброшенным историческим и природным объектам. Вездеход, вмещающий в себя 17 человек, с грузоподъемностью 2,5 тонны, пригодный для прокладывания всесезонных маршрутов, является прекрасным инструментом развития территорий. А экспедиции – отличная возможность не только принести пользу обществу, но и испытать технику в экстремальных условиях. Мария благодарна своей команде. Это очень увлеченные и неравнодушные люди, настоящие единомышленники, с кем не страшно и в тайге, и в болотах, и в глубоких снегах. Везде, куда можно доставить вездеход «Восток-Запад», можно испытать себя, преодолевая невозможное.